А в это время еще один, так сказать, щелбан прилетел к Кремлю от самого якобы верного союзника. Мало того, что Армения теперь уже в унисон с Западом заявила о своем нежелании воевать в Украине, так еще и посол Еревана Карапетян приехал в Бучу, где захватчики устроили настоящую резню мирного населения. А там он, во-первых, открыто восхитился мужеством украинского народа, во-вторых, привез гуманитарку нашим врачам, а в-третьих, прямым текстом назвал действия России агрессией. В Москве, конечно, аж клокочут от злости. Мы сейчас с ними не общаемся никаким образом, и что-либо от них ждать хорошего или конструктивного не приходится. А вот с армянской стороной мы поддерживаем регулярный контакт и очень надеемся, что список людей, которые там якобы погибли, как об этом заявляет киевский режим, нам армянские друзья передадут. Завизжали, что это якобы недружественный шаг, даже ноту протеста выкатили и начали припоминать армянам долги по ОДКБ. Но поздно, знаете ли, проморгали вы Армению. Еще когда Арцах слили, тогда уже все поняли, чего же стоит ваша дружба. И никто больше на вашу поддержку не надеется. Скоро только Эритрея с Северной Кореей у вас в друзьях останутся. Возможно.